Я маме говорю: мам, давай так, я съезжу на «Давай поженимся», и ты больше не будешь его смотреть. Она такая понимает, что эта тяга к этому дебильному сериалу сильнее, чем мои попытки как-то изменить ситуацию. С ребенком, ребенок чем отличается от взрослого? Ну серьезно, ну чем дети отличаются от взрослых? Отличие только одно – к степени загаженности. Старшее поколение больше себя загадили, тяжелее признать. Мы почему держимся за те или иные ценности? Потому что мы потратили на это время. Человеку ценно то, на что он потратил время. Специалисту от медицины, троечнику от науки, ему в голову вдалбливали всю эту хрень, и, естественно, ему очень сложно все это признать. У меня иногда бывает вот так вот, под снежниками вскакивают иногда медицинские представители, но и то это такие, больше там стоматологи, еще кто-то, потому что прямо вот реально еретики от системы, это просто, ну в смысле, системные врачи никогда не приходят, они не могут даже себе представить, что все может быть не так. Ну он больной, у него все плохо, но он убежденный больной. Медицина исключительно экстренная. Прошло то время, когда врачи были культурные, образованные люди. Сейчас это редко бывает так, к сожалению.